Добрый вечер, дамы и господа. Продолжаем мы наблюдать и наслаждаться тренировочным футболом из Турции. Межсезонные сборы для некоторых команд продолжаются. В частности, молодежная команда «Рудины» продолжает заниматься на турецких полях, готовясь к возобновлению сезона во второй российской лиге. Заключительная третья. Обеим командам категорически не хватает. Вот, может быть, сейчас у команды «Родина» что-то получится. Да, получается. И это очень здорово было разыграно на третьего. Давайте еще разочек посмотрим. Пропускает мяч. Очень красиво Кожин. Получает прекрасную передачу. И побежали дальше прессинговать. Но здесь очень спокойно, очень хладнокровно, как казалось. Футболисты «Хантингри» действуют. Но, правда, вот это... успокоенность оказалась самоуспокоенностью. И первый гол влетает в ворота «Хантингри». «Родина» его забивает. И делает это как раз-таки пятый номер Пичугин, нападающий, который под не самым характерным для форварда игровым номером играет. Елизарову здесь достается. Удар по воротам следует. Ну, видимо, требуется небольшая помощь медиков. Ну да, здесь, конечно, грубовато. Я бы даже сказал, что так грязновато играл шестой номер. Здесь оставили мяч в поле футболисты «Родины». Удар по воротам. Мимо створа мяч проходит. Но удар очень хороший был. Ну и я так полагаю, что вот то, что мы видим в исполнении... Здесь, кстати, вратарь, по-моему, последним мяча коснулся и должен был быть угловой назначен. Да, он и назначен. Елизаров, правый фланг, мяч отдал. Здесь Пичугин. Ну вот, друзья, в первом тайме, помните, тоже после того, как начал жаловаться на происходящее на поле, после ужасающей ошибки футболистов «Хантингри» случился первый гол. У обеих команд случился второй гол. Ну давайте смотреть, что здесь было. Пичугин с правого фланга смещается в центр, проникающая передача. Здесь тоже не подфартило футболистам «Хантингри». Рикошет, отскок от одного из игроков казахстанской команды. Одна попытка была, но ни разу за весь этот матч, за уже практически 81 сыгранную минуту, казахстанские футболисты по воротам не пробили. А вот Матвеев в створ попал. Хороший удар от 17 номера. Здесь очень долго он смещался. Центрея выискивал щелочку. Ну и все, друзья, звучит финальный свисток. «Родина М» во втором товарищеском матче за этот день одерживает победу.